Я приветствую всех на своем канале. Сегодня в этом небольшом видео я хочу показать, как обжать сетевой кабель. Обжимать мы будем климпером или пресс-клещами, в простонародье обжимкой. Вот такой у меня дешевый бюджетный вариант клещей. Плюс для этого нам нужен сам провод. Немного остановлюсь на проводе. Его называют витой парой не случайно. Под внешней изоляционной оболочкой располагаются несколько пар свитых проводов, имеющих цветовую маркировку. Вот в данном случае у меня тут 4 пары. Также нам еще для работы потребуются коннекторы. Вот у меня тут их целая коробочка. И в конце видео будет самое интересное. Мы тестером будем проверять качество нашего соединения провода с коннектором, с одной стороны и с другой. Это очень важно. Пока я отложу этот прибор в сторонку и займемся тем, что будем сейчас наш провод обжимать. Но хочу чуть остановиться на вот таком вопросе. Существует две схемы обжима: прямое и перекрестное. Остановлюсь на перекрестном, так как оно начинает себя потихоньку изживать из-за того, что все больше современных цифровых устройств оснащены интерфейсом, который автоматически определяет тип подключения и приходит на оптимальный режим коммутации. То есть остается обжимать интернет-кабели по прямой схеме и не морочить себе голову, что мы будем и делать. Я просто хочу еще что сказать, что перекрестный обжим еще заключается вот в чем. Один конец подключается к коннектору как прямое подключение, а вот на втором конце провода вносятся изменения. В принципе, они заключаются только в том, что пары оранжевый, бело-оранжевый и зеленый, бело-зеленый меняются местами. Я еще раз хочу сказать, что перекрестный способ себя уже изживает, поэтому мы будем делать прямое подключение. Так. Берем наши клещи. Вот если я вставлю вот так вот провод, здесь вот есть выемка под провод, вставляю его в клещи и вот так вот нажимаю, то у меня получается что? Вот эти ножи обрезают оболочку наружную, а дальний нож, вот этот, обрезает сам провод. И получается у меня, что, ну, в принципе, он... Вот эти провода только осталось распушить, и можно вставлять в коннектор. Но я померил, мне вот почему-то кажется, что вот коротковато будет до контактов, поэтому я использую вот такой способ. Зажимаю вот так вот провод, где-то 2-2,5 сантиметра. И аккуратненько, вот аккуратненько, нам надо перерезать вот эту оболочку наружную, не повредив внутренние провода. Вот таким образом делаем. Потом снимаем оболочку. И вот у нас выходят вот такие провода. Теперь наша задача их распутать, разровнять и выложить по схеме. Схему я вам сейчас продиктую и советую вам тоже иметь ее под рукой, чтобы не ошибиться. Первый у нас будет бело-оранжевый, потом у нас будет второй оранжевый, третий бело-зеленый, синий четвертый будет, бело-синий пятый, зеленый будет шестой и бело-коричневый седьмой, восьмой будет коричневый. Вот в таком порядке я сейчас начну раскладывать данные провода. Вот так у меня получилось. Теперь я беру коннектор и смотрю, сколько мне обрезать провода. Так, смотрим, что сам провод с оболочкой должен зайти в коннектор и прижаться вот этой вот пластиной. И сами провода должны зайти вот в эти контакты. Ну вот, как я держу пальцем,
это где-то сантиметр. Вот так нам надо обрезать провод. Что мы и делаем. Вот ровненько обрезали. Теперь еще контрольно проверяем порядок сборки наших проводов. И после того, как удостоверились, что все нормально, будем засовывать их в коннектор. Коннектор защелкой вниз. Прижимаем к низу и спокойненько, плавненько засовываем кабель, сам коннектор. Делаем небольшое усилие, чтобы провода хорошо стали. Вот этот вот коннектор у меня, он вот сквозной, провода выходят наружу. Мы их потом обрежем. А есть такие, что здесь запаяно и провода упираются. Но это ничего страшного. Лишнее мы всегда можем обрезать, зато будем знать, что провода все у нас встали вот в эти вот контакты. Теперь берем клещи, вставляем коннектор до упора и сжимаем ручки. Когда мы сжимаем, контакты продавливают оболочку проводов и создают контакт с проводом. Теперь вытаскиваем из клещей коннектор. Вот у нас что получилось. Теперь я возьму ножичек и аккуратно обрежу лишние проводки. После обрезки вот как у меня получилось. Вот они все проводки мои видны. Теперь я на другом конце провода сделаю то же самое, что я сделал здесь. И, как я уже говорил, тестером проверю соединение. Так, ну вот, два конца провода у меня обжаты. Теперь самый ответственный момент. Нам надо кабель проверить на его работоспособность. Берем порт ответной части. В него вставляем один конец кабеля. Другой конец кабеля вставляем в главный порт тестера. Включаем. Идет загрузка. Так, выскочило меню. Нажимаем на проверку. Идет тест. Так, тест нам показывает вот что. Вот они наши все 8 проводов. Вот они в цифрах. Вот с одного конца, вот с другого конца. И видно, что они все связаны между собой без всяких ошибок. Отсюда следует вывод, что обжали мы провод правильно, и он у нас работоспособный. Можем его использовать по назначению. Вот на этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас видеть на своем канале. Все, всем пока.